Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Вкусный салат из баклажан на зиму. Крупные баклажаны разрезаем пополам и вот на такие дольки. Если баклажан не крупный, то можно кружочками. Тонко не нарезаем, иначе в процессе приготовления могут превратиться в кашу. В чашу нарезали 2 килограмма баклажан. Баклажаны слегка солим, перемешиваем, оставляем на 15-20 минут, чтобы ушла горечь. Много соли не добавляйте, буквально щепотку. Пока баклажаны у нас стоят, подготавливаем другие овощи. У помидор удаляем плодоножку и нарезаем на скибочки вот такие 3 килограмма помидор. Болгарский перец чистим, моем. Перец нарезаем соломкой, только не мельчите. Кастрюлю ставим на огонь, добавляем помидоры. Добавляем 120 грамм сахара, 2 столовые ложки засолочной соли. Перемешиваем, накрываем крышкой и варим на среднем огне 15 минут. Пока помидоры варятся, отжимаем баклажаны. Вот сколько баклажанового сока получилось. Пятнадцать минут прошли, добавляем перец, баклажаны и 150 миллилитров подсолнечного масла без запаха. Перемешиваем. Как только закипело, добавляем 150 грамм чеснока, пропущенного через пресс.
Уменьшаем огонь до медленного, накрываем крышкой и тушим 25 минут. Возможно, вам потребуется чуть больше или чуть меньше времени. Ориентируйтесь на готовность баклажан. Они должны быть мягкими. Добавляем 150 мл 9% уксуса и даем еще покипеть 5 минут. Снимаем с плиты, разливаем по стерилизованным банкам. Накрываю банки крышками и ставлю стерилизоваться в кастрюлю на 15 минут. Воду в кастрюлю наливаю по плечике банок. Достаем банки, закручиваем. Переворачиваем, накрываем под шубку и оставляем до полного остывания. Приготовьте, попробуйте. Вкусной вам зимы! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, делитесь мнением, подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита, кушайте вкусно. До новых встреч!